привет! Сегодня у нас блюдо. Это очередное блюдо от подписчицы. Я уже проверила, потому что до этого несколько раз я готовила на камеру, но оказалось неудачно. То есть и мне не понравилось, и Лёше не понравилось. Поэтому вчера я попробовала, Лёше тоже понравилось. И решила вам порекомендовать. Это не дюкановское блюдо. То есть, ну, дюкановское, если вы на закрепе, а так... Правильное питание. Основной ингредиент здесь нут. У меня, в частности, нут. Вы можете взять муку нутовую. Она продается, просто ехать в другой город мы решили, что мы сделаем сами. Морковь. И дальше уже, ну, соль, конечно, да? Дальше специи, то, что вы хотите. Я добавлю укроп, вы можете добавить кинзу, петрушку, ну, в общем, всю траву, какую вы любите. Чеснок я добавлю. И дальше черный перец и красный перец. Сейчас нам нужно приготовить нут. 60 грамм нута заливаем чистой прохладной водой. И оставляем на ночь, на один день. Вот так выглядит нут. Простоял примерно сутки у меня. Все зависит от того, какой у вас нут. Он у меня такой был прям как горох-горох. Я несколько раз меняла воду вчера. Сегодня утром поменяла воду. Теперь нам нужно воду слить и измельчить блендером. И промойте еще раз проточной водой. Всю жидкость сливаем. И теперь в чашу блендера чистой водички. Колодезной. И начинаем измельчать. Нужно, чтобы получилась такая каша. В процессе измельчения добавляйте по чуть-чуть, по столовой ложке воду. Аккуратно, чтобы у вас не получилось такое слишком жидкое. Нужно получилось, чтобы такое, как картофельное пюре. Посмотрите, вот такой консистенции должно быть. Вот, как пюре. Если вы, конечно, будете использовать муку, то этот момент пропускаете, и все намного проще будет. Теперь нужно взять терку и морковь потереть на крупной терке. Чесночок измельчить. Я вот на мелкой терке, может быть, чеснокодавилкой. Чеснок с морковью мы измельчили. Теперь измельчаем укроп. Отправляем укроп в морковь. Сюда же выкладываем пюре из нута или нутовую муку. Теперь нужно приправить соль. Все по вкусу, все остальное по вкусу. Перец черный. Перец красный. И все приправы, какие вы хотите. Приправа к овощам, там, ну, вот все, что вы любите. Вот смотрите, в этот момент нужно добавить буквально, наверное, еще столовую ложку воды. Консистенция должна быть такая, как, знаете, вот оладьи с кабачком, с яблоком, когда вы делаете. Чтобы и не расползалось, но и не было очень сухое. Потихонечку, постепенно добавляйте воду. Это блюдо стоит приготовить. На самом деле получается очень-очень вкусно, неожиданно. Ну, такой, знаете, такой перекус. И дело в том, что нут, его, в отличие, допустим, от картофеля, риса, можно для тех, у кого повышенный сахар, для диабетиков. Вы почитайте про нут, и это такой, в общем, очень хороший продукт. Еще каплю воды. Вот такая консистенция должна получиться. Теперь берем какую-нибудь форму. Вы можете застелить свою форму пергаментом. У меня силиконовый коврик. Я на всякий случай смазала его растительным маслом. И какую-нибудь форму. Вот то, что вы, допустим, делаете там печенье. И выкладываете. Выкладываете толщиной около 3-4 миллиметров. Вот так. Чтобы они не были очень толстые, чтобы они были такие с хрустиком. Прижимайте. Вот так все. Вот такая формочка. И вот так вот все мы формируем.
Вот такое количество у меня получилось. И смотрите, если у вас нет там никакой формы, вы можете вот так вот в произвольной форме выложить. Все, духовка у меня разогрета до 180 градусов. Ставим примерно на 20 минут. Ну, 15 минут уже начинаете поглядывать. Они должны так подрумяниться. Итак, у меня прошло 25 минут. Посмотрите, что получилось. Вы знаете, я его перевернула и решила еще подсушить 5 минут на верхнем ярусе духовки. Вот так у меня сегодня получилось. Вы знаете, я вчера не переворачивала. И они были такие достаточно, ну, в общем-то, мягкие. А эти прям вот хрустящие. Послушайте. Обалденно. Ну вот что. Давайте мы с вами... Я вам предлагаю, здесь у меня йогурт греческий, вот овощи можете порезать, и такой полноценный второй завтрак или перекус, просто потрясающе. Приготовьте обязательно, всем крепкого здоровья, худейте с удовольствием, всем пока! Овощи. Ну, я потом кадр буду подлавливать. Овощи. Ну, нет, легко.